А может быть, мы сейчас ходим в какой-нибудь ресторан, где полезная еда, без всяких этих колбас, сладостей и мучных продуктов, и похабаем нормально? Да ничего не хочу. Мы набрали всякие вкусности, и мы бы хотели это все дать. Вкусно, правда. Оно вам пригодится. Даже есть киндер-сюрприз с Леди Баг. Возьмите, пожалуйста. Это не метро, говорят, это не у нас. Как это у вас? Это Америка или Германия у нас? Дорога теперь у нас. Это человек упорудит. Мы позвонили, должны пойти. Сняется. Я всегда вялый, если что, ребята. Моя фишка быть вялым. Быть вялым человеком. Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. И также доброй ночи, доброе утро и все дела. Рядом со мной Алексей. А рядом с ним я. Давайте начинать. Да. Друзья, всем привет. Мы с вами находимся в самом добром городе Петербурге. Евгений Негодяй ТВ. Бонжур. Я добрый волшебник. И мы хотим порадовать жителей нашего города. А это вы добрый волшебник? Да, абсолютно правильно. Хорошо. И мы хотим порадовать сегодня жителей города, тех, кто испытывает в чем-то нужду. А чем мы их хотим порадовать-то? Хотим порадовать вредными сладостями. Колбаса непонятно вообще из чего, из бумаги делают. Всего мы этого накупили. И тем прекрасным людям, которые будут ходить и по глазищам, по их, мы будем видеть, что им хочется сегодня съесть что-нибудь вкусненького. Тем людям мы и отдадим этот пакет. Да. И спросим. И можем ли мы им чем-нибудь помочь? Возможно. То, что мы набрали, вы сейчас все это увидите, эту нарезку из магазина. И погнали. Да, погнали. Погнали. Вот, нарежу. Что будем набирать-то? Ну, водица. 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 Вдруг засушит все во рту. Надо же, колодезный. Да, какая у нас? Святой источник, я думаю, альтернативы нет. Конечно. Каждому по водице. По водице. Возьмем 0,5. А почему? Потому что... Потому что 0,5. Таскать эти килограммы. Лучше колбасы взять, правильно? Водой сыт не будешь. Да. Так, бомж-пакеты нужны нам вот эти? Да. И давайте их тоже наберем. Колбаса, конечно, не самая лучшая еда для человека. На что делать? Абсолютно согласен. Но мне кажется, и хочется, наверное, нужно взять такое мягкое какое-то, наверное. Ну, зубы-то не у всех есть. Чтобы было очень удобно прям бутик сделать, да, не отходя, да, от кассы, да? Ну их только... А, вот еще две. Так, четыре сыра берем. Хлебушка надо. Хлеба. Да, хлебушка сходим. Вот и сладенькая, да? Вот можно прям такие. Круассанчики, да, волшебные, кудесные? Тем более они мини. Тем более цена по карте 190 рублей. А у нас карты-то нет. А мы замутим? Замутим. Несмотря на то, что сладости – это очень вредно для здоровья, а что делать? А что делать? Вот берем два таких. Ага. Можно и два таких. Мед. А как же без меда? В такую холодрыгу. На хлебушек-то намазал медочки. Ну, может быть, неправильно пчелы делали этот мед. Вы думаете, что здесь некачественный мед? Я думаю. А вареница джемом намазать. Вот это да, Михеев. Есть смысл взять бананы? Бананы, конечно, это хорошо, но тяжело нам таскать все это. Согласен. Ну, мы можем на ты, чтобы было веселее. Лех, ну что тут? Да, не будем париться. Батон домашний. Так, мы берем 4 пакета. Блин. Да, 4 пакета нам. Можно большие, да, они? Ну, у нас стандартные. Вот здесь, вот это я еще не клал. Сюда. Спасибо огромное. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо. До теперь нам благополучателей найти. Главное, что пакеты у нас не очень тяжелые. Да, абсолютно. И может любой человек, даже со сломанной рукой. У меня сломанная рука, между прочим. Да? Да. В трех местах? И я держу двух. Я держу ее. Извините. Да, ничего. Мы вот хотели к вам обратиться по очень серьезному вопросу. Какого? Дело в том, что мы сегодня если с Алексеем... Если я смогу помочь. Помогите нам, пожалуйста. Мы сегодня с Алексеем, вот познакомьтесь, это Алексей. Да, очень меня, приятно. Меня зовут Евгений. Мы решили сегодня поделать добрые дела. Смотрите, здесь есть колбаска, есть сыр. И что я должна взять? Ничего не должны, вы должны взять... Пакет не тяжелый. И идти с хорошим настроением. Чего вы стоите и чего вы ждали? Вот так вот стояли здесь целый час. Я ждал, когда у меня пройдет боль. А. Так а если не пройдет?
Ну, не пойдет. Давайте, может, скорую все-таки вызовем. Нет, пока не будем. Ой. Не проходит боль. Ну, сегодня что-то не посыпали вообще ничем эти самые тропинки, блин. У нас здесь есть продукты. А знаете, я худею, я не ем. Я с вас худею. Сладкое не едите сейчас? Нет, я ничего. Колбаска, сыр. Колбаса. Тоже колбаса, колбаса. Не ем. Вообще четко. А вы, может быть, кому-то тогда домашним дадите? Да некому мне давать пока. Посмотрите, какие у вас замечательные древние кеды. Им уже лет 300 поди. Нет, 30. 30? Да. И другой обуви у вас нет? Есть. Может быть, мы вам купим обувь? Да нет, у меня есть все. Да елки-палки, что шо? У меня есть только здоровье. Но здоровье меня сегодня подскочило, я упал так, что, видите, не могу. Сто человек всего, вчера дали 100 человек, упал. Ноги ломает, спина ломается. Где они?